Настоящая автопати состоялась в среду у кинотеатра «Лотс». Десятки автомобилей, красивые девушки, громкая музыка, запах жженой резины. Такое необычное представление предваряло предпремьерный показ фильма «Форсаж 6» на день раньше официального выхода в прокат. Кинокомпания предоставила нам шанс показать этот фильм раньше. До день мировой премьеры у нас сегодня показ в 20:00. Поэтому мы решили организовать перед этим такое небольшое мероприятие, как «Форсаж-пати». Шоу автотюнинга на площадке перед «Лотсом» помогли организовать ивановские смотровчане. Все эти автомобили, хоть и выглядят как в скоростном боевике, в действительности ездят по нашим улицам. Мы собрали много красивых автомобилей, они всех порадуют своими внешним видом, своими внутренними данными, и должно всем понравиться. На самом деле, многие из этих ребят легко могут дать фору героям фильма. Их автомобили прокачаны и готовы к скоростному поединку. Это Honda Accord, двигатель 2,4 литра, 260 лошадей. Ну, для красоты сделали оранжевую матовую пленку, поставили обвес и спойлер. 260 она пойдет вообще без разговоров. Рычит как тигр. Автотюнинг – главное хобби молодого поколения. Нынешние автолюбители всеми способами стараются улучшить своих железных коней. Поэтому их автомобили быстрее, громче, мощнее и ярче, чем в любом кино. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.